Hola, привет! Итак, мы начинаем первый урок испанского для тех, кто еще не изучал язык, или для тех, кто начал изучать и хотел бы повторить. Итак, возьмем раздел первой фразы на испанском. Primeras frases en español. А мы можем сразу же сегодня изучить произношение в испанском языке. Смотрим. Primeras. В принципе, все читается так же, как и по-русски. Единственное, с. Primeras, он более такой шепелявый, что ли. Frases, frases, en español. Волнистая линия над буквой n означает, что звук нужно читать мягко. Español. Primeras frases en español. Первая фраза на испанском. Предлог en – это предлог в испанском. Также, допустим, в аэропорту. En el аэропуэрто, или в машине, en el coche. Предлог en означает в. Будем потихоньку знакомиться со всем. Думаю, что многое запомнится, тем более, что я собираюсь одно и то же правило в течение одного видео много раз говорить о нем, чтобы это лучше запомнилось. Итак, nota importante. Это значит обратить внимание. Все читать не буду. Здесь просто обратить внимание на то, что восклицательные и вопросительные предложения обозначаются и в начале предложения, и в конце. Вот посмотрите, здесь у нас получается восклицательный знак перевернут, а в конце предложения обычный восклицательный знак. Или вопросительный знак перевернут, а в конце предложения обычный вопросительный знак. Это особенность испанского языка. Теперь смотрим фразы. Hola, привет. Видите, восклицательный знак перевернут. Como estás? Как дела? Часто ударение указано у слов como estás. Здесь написано цифра 2. Вторая особенность заключается в том, что в испанском языке в некоторых словах должно обязательно ставиться ударение. Например, как в уже приведенной фразе como estás. На слове como и на слове estás нужно поставить ударение, а на словом hola ударение не стоит. Почему вообще нужно поставить ударение? Да потому что слово «como» можно спутать со словом «como» без ударения. То есть, если обратиться к словарю, то мы можем увидеть там два слова «como». Одно с ударением, а другое без. И они будут иметь разные значения. Я хочу, чтобы во время наших занятий вы как можно чаще использовали онлайн-словарь профессиональный, потому что это отдельное обращение к контексту, отдельное знакомство с словами, опять же, интервальное повторение, что полезно, в принципе, для мозга человека. Человек лучше запоминает, когда несколько раз во время одного урока он видит одно и то же слово. И желательно, чтобы это было в разное время, тогда вы точно запомните. В общем, вы можете после этого урока понять, что вы запомнили многое. Вот я ввела в словарь слово «como». Видите, мне показывает «como» без ударения и «como» с ударением. У нас в фразе «como estás» – «как дела?» как раз «como» с ударением. И многие вопросы задаются со словом «como». Оно означает «как», «каким образом». Так, например, фраза «como estás» – «как дела?» «как ты поживаешь?» Como está el enfermo? Как себя чувствует больной? Ну или другие фразы. Думаю, что именно в данный момент не будем сосредотачиваться на этом. Вот, смотрите, потом есть обычное como. А без ударения оно имеет уже другое значение. Хотя читается так же, да? Просто пишется по-другому. Так или как? В придаточных предложениях, в составе придаточных предложений или в сравнительных конструкциях значений как. Допустим, habla como escribe. Он пишет, как говорит. Или como si, как будто. В общем, это не для вопросительных предложений. Так, давайте пока словарь закроем. А что касается estás, то это особая форма спряжения. Ну, спряжение глаголов сегодня уже не будем брать, разве только немножко отдаленно, чтобы вы понимали, что в испанском языке есть спряжение глаголов по лицам и по числам. Так, значит, на слове hola ударение ставить не надо.
в большинстве слов, конечно же, не будет никакого ударения. Так, идем дальше. Буква А. Encuentro saludos. Встреча, приветствия. Hola, привет. Вы можете сразу обратить внимание на то, что первая буква H. Если изучали английский, то это английское H. H. Испанское H. Она не читается. То есть привет будет просто hola. Hola. Buenos días. Доброе утро. Добрый день. Эту фразу говорят до обеда. Над буквой И в слове «диез» стоит ударение. И, кстати, когда на букве И стоит ударение, то точка сверху не нужна, просто нужно сверху ударение. Вот испанские клавиатуры, они оборудованы такими буквами. Если вы себе сделаете, установите испанскую клавиатуру на свою клавиатуру специальными программами, то вы обнаружите, что буква И есть, которая с ударением наверху, как особая буква. Buenos días. Доброе утро. Buenas tardes. Buenas noches. Видите восклицательные знаки и там, и там. Tardes говорят до 20 вечера, с обеда до 20 вечера. Buenas noches – это либо пожелание спокойной ночи, либо говорят добрый вечер после 20 вечера. То есть уже это более позднее время. Доброй ночи как бы. И особенность в чем? Buenos días, посмотрите, а здесь buenas noches, buenas tardes. Потому что día, день мужского рода, поэтому buenos. А tarde и ночи, вечер и ночь, они женского рода. Поэтому buenas, buenas. Род не будет совпадать с русским языком, не так, как в русском языке. Вечер и ночь женского рода. А утро мужского рода, поэтому buenos días, buenas noches. Обязательно четко нужно произносить, чтобы понятно было, что о, а не а. Дальше мы берем букву Б. Это preguntas. Вопрос. Вопросы. ¿Qué tal? Как дела? Здесь вы можете обратить внимание, что буква У в сочетании ке не читается. Это слово будет просто ке. Como estás? Как дела? Эти фразы означают одно и то же. ¿Qué tal estás? Как у тебя дела? Можно и так спросить. В Испании чаще всего общаются на ты. Здесь все глаголы estás будут на ты, поскольку это наиболее распространенный вариант общения. Чего не скажешь о русском языке. У нас в основном общение на вы. Respuestas. Ответы. Estoy bien, gracias. У меня все хорошо, спасибо. Bien, gracias. Хорошо, спасибо. Bien. Дальше. Mal. Muy bien. Muy mal. Perfecto. Más o menos. Более-менее. Así, así. Так себе. Muchas gracias. Большое спасибо. А здесь обратите внимание, что muchas. А на «ас» на конце, да, не «ос», а «ас», поскольку у слова «gracias» тоже «ас» на конце. Значит, это получается женский род множественного числа. «И ты, como estás?» «А у тебя как дела?» «И ты». «А ты?» «А у тебя?» Это значит «и ты». «Ты» – это «ты». Так. «Presentación». «Знакомство». «Como te llamas?» «Как тебя зовут?» Удвоенная буква L является отдельным буквом в испанском языке. И она читается как «эйе». «Эйе». Одинарная буква L читается как «эле», а удвоенная «эйе». И поэтому она всегда читается как «е» в слове «йогурт». Вот посмотрите. «Como te llamas?» «Е amas?» «Ямас». «Me llamo Pedro». Опять же, «me llamo Pedro». Попробуй догадаться, как сказать по-испански «а тебя как зовут?» Ну, соответственно, будет «и ту», «кому ты ямас?» Да? «И ту», «а тебя?» Можно также задать вопрос «куаль эсту номбре?» «Как твое имя?» Это еще вариант, как на испанском спросить имя. «Ми номбре эс Педро?» «Очень приятно!» «Мучо густо?» «Мучо густо?» «У» на конце, поскольку слово «густо» заканчивается на «о». Значит «мучо густо?» И там, и там.
Encantado. Encantada. Очень рад, очень рада. Igualmente. Igualmente. Взаимно. Здесь «э» на конце. Запоминайте, где какие окончания. Вот там, где очень рад, очень рада, слово оканчивается на «о» – это мужского рода, на «а» – женского рода. Так будет очень часто в испанском языке. Дальше мы берем букву «э», «орихен», произношение, «националитат», «национальность», «резиденция», «место жительства». «De donde eres?» – «откуда ты?» «Soy de Rusia?» – «я из России». «Soy» – это глагол «есть» в первом лице единственного числа, то есть «я есть», «soy» будет. Догадайся, как будет по-испански? «А откуда ты?» «А ты откуда?» «И ты?» «De donde eres?» «Soy ruso», «soy rusa». Тоже смотрите. «О» – это мужской род, «а» – женский. «Español», «española» – «испанец», «испанка». Так, «n» с волнистой линией наверху мы уже определили, что это читается как мягкий «ни». «Donde vives?» – «где ты живешь?» «Donde vives?» «Vivo en España?» – «я живу в Испании». По поводу буквы «V», вот эта буква, английская «V», она называется «V» в испанском языке. И в начале слов она всегда читается как «B». И, соответственно, я сказала «Vivo», «Vivo en España». Теперь «Despedida», прощание, «Adiós», «Пока», «Hasta luego», «До свидания», «Hasta mañana», «До завтра», «Hasta la vista», «До встречи». В слове «аста» первая буква «ачи» не читается. Так, давай дальше посмотрим. «Уно» – цифры числительные. Я сюда включила в этот урок числительные, чтобы потом делать упражнение и каждое числительное называть, чтобы быстрее запомнилось. Значит, «уно», «серо», «уно», «дос», «трес», «куатро», «синко», «сейс», «сьете», «очо», «нюэве», «дес». Если не знаете, можете остановить видео и переписать числительные, которые не знаете, или все числительные, если не знаете все. Дальше тренировка. Ejercicios. Можно сначала меня послушать, а потом вернуться и сделать эти упражнения самостоятельно. Можно сразу остановить запись и сделать самостоятельно, а потом себя проверить. Смотрите сами. Можно их не делать. Если вы просто вспоминаете язык, то просто меня послушайте. Или если их уже делали ранее. Hola. ¿Cómo estás? Или ¿qué tal? Это una было. Дальше. Dos. Добрый день, сеньор Лопес. В первой половине дня. Buenos días, сеньор Лопес. Мы говорим buenos días. О. Спокойной ночи, Анна. Третья. Tres. Три. Buenas noches, Анна. Здесь «буэнас», поскольку ночь женского рода. «Куатро» – четыре. «Буэнас тартес» – добрый день после обеда. У меня все хорошо, спасибо. «Estoy bien. Gracias. И ты?» Большое спасибо. «Muchas gracias». Это получается «seis». Шесть. «Muchas gracias». «Muchas gracias». Все на «as». И то, и другое слово на «as». Дальше, siete, семь, более-менее, más o menos, ocho, восемь, если перевернуть, то будет похоже на очки, да, поэтому ocho, можно так запомнить. Как тебя зовут? Здесь два варианта, como te llamas или cuál es tu nombre. Меня зовут Карлос, mi nombre es Carlos, или, или как еще, me llamo Carlos. Это получается nueve, девять. Дальше ejercicio dos, кстати, вот эта буква, вторая в слове ejercicio, она называется hocha и читается всегда как х. В любом месте всегда как х читается. Так, упражнение делаем. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Perfecto, gracias. Dos, два. Buenos días, señor, señor Pérez. Buenos días. Tres. ¿Cómo te llamas? Me llamo
Антония и чё? Me llamo Lucia. Вот, кстати, с глаголами всегда будет в первом лице единственного числа «о» на конце. Не нужно никогда говорить «me llama», даже если вы женского рода, с глаголами в первом лице единственного числа «о». Me llamo Lucia. Mucho gusto. И там «о». Igualmente. «Э» на конце. Взаимно. Cuatro. Hasta mañana, Carmen. Adiós, Carlos. Cinco. ¿De dónde eres, Susana? Susana, soy de Rusia. ¿Y tú, de dónde eres? Soy de Argentina. ¿Dónde vives, Miguel? Vivo en Madrid. ¿Y tú? Vivo en Barcelona. Qué bien. Опять vivo. О на конце. Без разницы, хоть вы девочка, хоть мальчик, у глаголов не нужно менять о на а. Так, это у нас было siete. Это было seis. Шесть. Ejercicio tres. Третье упражнение. Нам нужно перевести следующие диалоги. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Или ¿qué tal? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Así, así. Так себе. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ricardo. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo María. Mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eras? Soy de España. ¿Y tú? Soy de Rusia. Perfecto. Y tres. Третье. Adiós. Hasta mañana. До завтра. Ejercicio cuatro. Четвертое упражнение перевести. Давайте просто просмотрим. Buenas tardes. Добрый вечер. То, что после, во второй половине дня. ¿Cuál es tu nombre? Как тебя зовут? Buenas tardes. Добрый вечер. Mi nombre es Marcos. Меня зовут Маркос. Encantado. Я очень рад. Igualmente. Взаимно. Dos. ¿Qué tal estás? Как тебе, как дела? Bien. Gracias. Хорошо. Спасибо. ¿Y tú? ¿Qué tal? А у тебя как дела? Estoy bien. Хорошо. Tres. ¿De dónde eres? Да откуда ты? Soy de España. ¿Y tú? Я из Испании, а ты? Soy de Italia. А я из Италии. И cuatro. Hasta luego. До скорого. Hasta mañana. До завтра. Ejercicio cinco. И теперь упражнение пять. Нам нужно ответить на вопросы. ¿De dónde eres? Soy de Rusia. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. ¿Dónde vives? Vivo en España. Vivo en Rusia. Hasta luego. Adiós. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Или perfecto. Gracias. Или может быть así, así. Так, это у нас... Были первые фразы на испанском. Можно, если необходимо, сделать упражнение самостоятельно, и они точно закрепятся. Если уже все помните, то переходим тогда к следующему этапу. Следующий этап. Да, я хочу с вами посмотреть на испанский алфавит, как там что читается. Значит, А, Б, С. Это буква сочетания С и А. Отдельной буквой считается и читается как Ч. Д, Э, Ф, Х. И, кстати, эта буква, она английская G, а испанская H. Она читается как H, только если стоит перед E и I. В остальных случаях она читается как G. Так, H не читается вообще. Допустим, у нас были слова hola, привет, или hasta, hasta mañana, hasta luego, hasta la vista. Там было слово hasta, там H не читалось. И всегда как И, это у нас буква хоча, английская J, как зонтик. Она у нас читалась как Х в слове ejercicio. И она всегда читается как Х. Дальше буква. Дальше буква К. Эле, Эе. Это удвоенная Л, читается как Е. И называется Эйе. М, Н, Н, Е, О, П, Ку, Р.
эссе. Т, У, В, Экис, Игрега и Сета. Почему Сета? Потому что она всегда читается как С. Буква вот эта английская Z. Она по-испански называется Сета и всегда читается как С. Так, это был испанский алфавит. Ну, можете пока не запоминать. Что запомнили, то запомнили. Главные основные особенности – это, пожалуй, буква «Х», которая читается как «Х» перед «Э» и «И». Буква «Эйе», которая читается как «Е». «Кому те ямас? Ме ямо, Элена». Потом буква «Хота», которая всегда читается как «Х». Можно даже, наверное, привести несколько примеров. Я вот так вот напишу. Допустим, гаина, курица, пойо, цыпленок. Не поло, а пойо. Это будет произношение буквы эйе. Вот этой вот буквы. Это считается отдельной буквой. И по сути можно считать, что буква х равна букве хота. Извиняюсь. Ну, не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Так, когда буква Х стоит перед Э и И, Х перед Э и И читается как... Так, сейчас извините. Буква Х перед Э и И читается как русская Х. В остальных случаях она читается как Г. А буква Хота... Всегда читается. Давайте напишу. Читается как Х. Всегда. Поэтому во многих случаях буква Х равна букве хота. Что еще? Какие особенности? Вот здесь мне... Сейчас немножко передвину. Так. Не получается. Вот так. И еще я хочу написать... Ну ладно. Давайте не буду передвигать. Я хочу написать, что... А буква Б равна, так, буква Б в большинстве случаев равна букве ОВ. Ой, вот так. Они будут произноситься одинаково, либо как Б, если в начале слова или после М и Н. Например, у нас было такое слово, как Vivo. Я живу. Vivo. Vivo en España. Первая буква читалась как Б. А вторая буква, которая посередине слова, она читалась как... как будто вы английское W хотите произнести. Уэ, уэ. Но при этом не округляйте губы. И не смыкайте рот, как при русском В. Не нужно смыкать губы. То есть вы просто уэ. Биво, 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 биво. Потренируйтесь. Биво. Такой как бы немножко недоделанный звук В. Немножко недозвук. Так, ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Могу еще немножко с спряжением познакомить. Как я сказала, что окончание О это окончание глагола первое лицо, единственное число, то есть я, относится к слову я. Соответственно, мы будем говорить vivo, я живу, amo, я люблю. Посмотрите, можно очень много примеров назвать. Me llamo, меня зовут. Все, что будет касаться меня, то это будет с о на конце. Так, ну ладно, давайте дальше продолжим. Сейчас я открою еще один документ. Еще один документ открыла. Допустим, глагол amar, любить, я люблю, будет amo. И, кстати, слово «я» говорить вовсе не нужно, поскольку окончание «о» уже указывает на то, что это первое лицо единственного числа. Так, например, я могу сказать «amo español» – «я люблю испанский». Или «amo Rusia» – «Rusia» – «я люблю Россию». И еще хотелось бы сказать про чтение буквы «с». Я здесь обратила внимание, пока у меня была пауза, что я не рассказала о нем. Буква «с» перед «э» и «и» читается как «с», английская «th». Язык между зубами должен быть. В остальных случаях читается как «к». Давайте потренируемся. Сыне, кино.
следует и значит цена. Цена, ужин, касса, дом. Здесь не следует э и, а следует а, соответственно, касса. И здесь еще, давайте еще раз повторим, что если мужской род, то значит о на конце, мучачо, а если женский род, то а, мучача, парень и девушка. Также так и будет сын, дочь, ну, в общем, много примеров. Даже имена испанские. То, что на о, это мужчина, то, что на а, это женщина. Так, теперь открываем книгу. Итак, я готова книгу. Я открыла книгу и готова позаниматься с вами немножко по ней. Посмотрим правила чтения. Если слово оканчивается на гласную или согласное «энэ-эсэ», ударение падает на предпоследний слог. Например, «сабэс пэрэсэ адэбинэс комэн». Если слово оканчивается на согласную, кроме «энэ» и «эсэ», то ударение будет падать на последний слог. Например, «сабэр», «сидат», «альбернос». Любая согласная, так у большинства глаголов в неопределенной форме, поскольку они будут оканчиваться на «р», будет ударение на последний слог. Допустим, «амар» – «любить», но я люблю уже «амо». Почему «амо»? Поскольку на гласную заканчивается, значит, на предпоследний слог. Если слово произносится не по правилам, при письме ставится ударение. Например, «балькон» – «эстас дефисер». Балкон, балкон, эстас – это глагол эстар, находиться, быть, дефисер – это трудное, сложное. Но я думаю, что мы будем очень много пользоваться словарем в ходе нашего изучения, чтобы вы вот эти слова, которые новые, вообще, может, для вас все новые слова, чтобы вы их встречали почаще, вы, допустим, встретили их здесь в учебнике, встретили их в словаре. Например, сейчас можем открыть словарь и посмотреть слова. Так, какие у нас здесь слова? Сабес. Давайте введем слово сабес и посмотрим, что это такое. Это глагол сабер. Видите, как я вам говорю, окончание р. В основном на него заканчиваются все глаголы. Глагол сабер переводится как знать. Знать, иметь понятие, представление о чем-то. Но сабес – это особая форма спряжения глагола. Мы даже можем посмотреть с вами спряжение глаголов, чтобы вы понимали, как спрягаются глаголы в испанском языке. Давайте я вот так вот делаю. Возьмем просто настоящее время. Presente, indicativo, activo. Я знаю, это будет просто «се». Кстати, ее будет чаще всего не использовать, просто «се». Допустим, я знаю испанский. «Се español». Что еще можно знать? Ну, может быть, какую-то науку. Или знаю, что делать, да? Я знаю, где он. Sé dónde está. Я знаю, где он. Так, я знаю. Это получается sé. А ты знаешь? Получается sabes, да? Sabes. Ударение на предпоследний слог, поскольку слово оканчивается на s. А он знает sabe. Sé, sabes, sabe. А здесь получается, что написано «ты знаешь». Sabes – ты знаешь испанский. Sabes – español. Вот так мы немножечко встретили слово. Можете себе выписать его. Значит, saber – это знать. Se – это первое лицо единственного числа. То есть «я знаю» с ударением. Обязательно ударение там нужно на букве «э». А sabes – это «ты знаешь». Sabe – он знает. Возьмем второе слово. Переса, да? Переса. Так, переса. Я уже сказала, что вот эта вот буква, английская Z, да, она не будет читаться как Z, она читается как S. Переса. Леность, нерадивость, лень, вялость, медлительность. Это переса. Можно даже запомнить, что поел перца и стал слишком медлительным или слишком ленивым, да? Перец сделала. Можно даже вообще какую-то сказку сочинять про испанцев. Вот живут испанцы. И они едят перец, и от этого становятся ленивыми. И так дальше можно разные сказки сочинять. Так, например, машина по-испански будет коче. Можно себе представить, что там дороги в кочках некоторые, решили изобрести машину,
чтобы избавиться, ну, чтобы ездить хотя бы на машинах по кочкам, а не в этом телегах. Так и Переса, что они становятся ленивыми, когда едят перец, да, Переса? Адепинас. Давайте посмотрим слово адепинас для лучшего запоминания. Если мы ведем слово адепинас в словарь, то нам выдает глагол адепинар. Так, адепинар – это предвидеть, угадывать. Предвидеть или угадывать. Посмотрим форму этого слова. Также будем смотреть первое лицо. Единственное число – это адепино. А второе лицо, единственное число, адепинас. Так, адепина, третье лицо, единственное число. Значит, опять нам предлагают глагол во втором лице, единственное число. Но уже с окончанием ас. Во многих временах будет окончание с, как в слове сабес, то есть во многих группах глаголов. И окончание ас, как в слове адепинас. У третьего лица, у второго лица, единственного числа. Значит, получается, что адепинас означает ты предвидишь, ты угадываешь. Так, дальше. Цифра 2. Дос будет 2. Uno, 1, дос, 2. Если слово оканчивается на согласную, кроме N и S, то ударение падает на последний слог. И здесь у нас глагол saper, который мы уже знаем. Это знать. Он имеет форму, если я знаю, то это se с ударением. Если ты знаешь, то это sabes, вот как здесь написано. И если он, она знает, то это sabe. Вот мы несколько раз это повторим и запомним. Так, дальше следующее слово ciudad. Сейчас я покажу это слово в словаре. Ciudad. Так, уже открываю. Ciudad. Ciudad – это город. Ну, что здесь можно еще дополнить? Думала, может быть, какие-то фразы нам предложит словарь. А, вот ниже есть интересные фразы. Сейчас покажу. Ciudad Natal – родной город. Ciudad Natal – родной город. Вроде бы больше ничего такого. А, вот Ciudad Militar – военный городок. Или университария. Университетский городок. То есть это может быть и город, и какой-то городок типа военного. Или Наталь, родной город. Наталь, вот видите, читается более мягко буква Л. Не так, как в русском языке. Она читается Наталь. В русском бы читалось Натал. Так, Сьюдад – это город. Можно сказать даже «я знаю город». Это получится «се Сьюдад». Да? Я даже вам хотела предложить слово. Ну ладно, не будем пока дальше. Дальше давайте. Альборнос. Альборнос. Сейчас я покажу это слово в словаре. Альборнос. Банный халат. Купальный халат, тот, который используют после купания. Альборнос. Хорошо. Вот еще другие варианты слова халата. Это бата. Или бата де трабахо, рабочий халат, потому что трабахо – это работа. Обратите внимание, что здесь буква хота, этот предпоследний, читается как х, трабахо. Значит, альборнос – это банный халат. Даже ассоциаций никаких не могу придумать пока, но можете сами что-нибудь придумать, чтобы запомнить слово альборнос. Надень банный халат, альборнос, чтобы не замерз нос, например. Надень банный халат альборнос, чтобы не замерз твой нос. Если слово произносится не по правилам, здесь я уже все рассказала. Балкон – это балкон, эстас – это глагол эстар, и дефисель – это глагол, это не глагол, это прилагательное трудно. Кстати, я бы с вами сейчас еще посмотрела. А глагол estar – это глагол быть в определенном месте, например, estoy aquí, я здесь, или el amo no está, хозяина нет. Либо глагол быть, стоять, лежать, висеть, побывать где-то, быть каким-то в каком-то состоянии, например, está triste,
он грустит. Соответственно, если я грущу, то будет estoy triste, да? Estoy triste. Я грущу. А вот мне я радостный, estoy alegre будет. Estoy alegre. Estoy triste. Я грущу. А, так, хорошо себя чувствовать. Это estar bien, estar mal. Плохо себя чувствовать. И я хочу еще посмотреть с вами спряжение этого очень-очень популярного глагола в испанском языке, который будет использоваться очень часто. Estoy. Это значит я есть. Estás. Ты есть. Está. Он, она есть. Давайте пока не будем смотреть правое, то есть множественное число. Пока сегодня, сегодняшний урок, это будет только настоящее. Чтобы мы хотя бы о себе могли рассказывать, о себе или о тебе, или о нем, о ней. А что вам еще можно тут предложить? Вот смотрите, стол стоит в гостиной. La mesa, стол. Está en la sala. La sala, гостиная. Опять же, можно представить, что в гостиной едят сало какое-нибудь. El cuadro, картина, está en la pared, висит на стене, то есть находится на стене. Когда что-то находится где-то, ну, может быть, вы знаете, если знаете английский язык, то это there is, there are конструкция. А здесь это слово está. Так, я уже сказала, что мне грустно. Это estoy alegre, estoy triste. Estoy alegre – это мне радостно, estoy triste – мне грустно. Очень часто будет использоваться. В общем, тут очень много всяких выражений. Глагол estar просто нужно будет запоминать с различными конструкциями. Вот. Просто хотела вам что-то такое предложить интересное сейчас. Ну, я думаю, что хватит. Estoy triste и estoy alegre. Хватит. Так, идем дальше. Графическое ударение 4. 4 это cuatro. Иногда служит для смысла развлечения. Например, te это чай, если с ударением. И te это тебе, тебя, если без ударения. Si это да, если с ударением. И si это если, если без ударения. То есть частица если. Частица же это. Или союз. Союз если. Угу, союз если. Обратите внимание на то, что в испанском языке слова произносятся слитно внутри синтагмы, поэтому для испанского предложения характерно. Гласные на стыке слов, как правило, стягиваются в один слог. Например, ¿qué haces? Una isla. Одинаковые, то есть нужно читать как бы более быстро. Но я думаю, что это можно пока пропустить, не столь важно именно на текущем этапе изучения языка. Не столь важно. Так, я хотела бы теперь правую страничку посмотреть. Правая страничка. Так, это фонетические упражнения. Произношение различных звуков. Звук А. Папа, пан, мано, ала, кантар, уна, лана, кама, кана, дама, таль, пако, пата, ака, каналь, мама, амар. Давайте посмотрим, какие это слова из этого списка, как они переводятся. Возможно, мы уже что-то запомним. Так, ну, я думаю, что касается папа, и так понятно, что это папа. Ну, это будет папа римский, потому что обычно папа будет папа, родитель, папа. А есть еще глагол папа. Есть, пить, пробовать на вкус. Ну, это ладно. Папа, значит, папа римский. А обычный папа, отец, папа. Идем дальше. Следующее слово. Пан. Пан – это хлеб. Можно, наверное, посмотреть что-нибудь здесь. Так. Пока ничего такого интересного не вижу. А, вот вижу, пожалуйста. Пан бланко – белый хлеб. А, как видите, прилагательные часто используются после существительных. То есть сначала вы говорите пан – хлеб, только потом бланко. Хлеб мужского рода, поэтому у слова бланко прилагательного окончание «о». Если бы он был женского рода, было бы окончание «а». Так, например, курица, белая курица будет гаина – бланка. Окончание «а» на конце, поскольку курица гаина –
заканчивается на «а», значит, она женского рода. Так и здесь «Бланка». Как видите, прилагательные изменяются по родам. «Пан интеграль» – хлеб с отрубями. «Пан негро» – еще есть ржаной хлеб. Называется «черный хлеб». У нас, кстати, тоже часто называют. «Дайте мне белого хлеба и черного хлеба». Да? Это ржаной хлеб. «Негро». «Негро» – это черный. «Бланко» – белый. Также вы можете сказать там черная курица. Гаина негра. Пан раядо. Панировочные сухари. Но не будем уже запоминать. Нам хватит бланко белый и негро черный. Можно потренироваться и с другими словами. Например, коче машина. Она мужского рода. Мы скажем коче бланко. Машина белая. И коче негро. Машина черная. Кстати, и в испанском языке так и будет. И. Как и в русском. Вот, посмотрите. Она пишется вот так. Игрега. А. Еще хотела вам сказать. Мне в словаре очень удобно показывать. А или пишется у. Или о. В зависимости от того, перед какой буквой. Если перед «о», то не нужно дважды говорить «о», там будет «у». Допустим, «сьета у отче» – 7 или 8. А так в большинстве случаев будет «или о». Так, давайте дальше. «Мано». Следующее слово «мано». «Мано» – это «рука». Так, «мано» – «рука». Много всяких примеров. Хотелось бы вам что-то простого. А, вот смотрите. Ладонь. Пальма de la mano. Ладонь. Пальма – это ладонь. Можно запомнить, что в процессе эволюции как их звали? Обезьяны. Или кто там? Кто там наши предки? Они держали за пальмы. И так образовалась ладонь. То есть до этого у них ладони не было. Можно так себе запомнить. То образовалась ладонь, и она теперь называется пальма. Кстати, во многих языках тоже она связана с пальмами. Так, например, в английском ладонь будет palm. Как пальма. Пальма de la mano. Ладонь. Так. Mano. Смотрите, интересное буквосочетание. De mano. Это ручной. De mano. Подать, пожать руку. Вот сочетание. Дар. Estrechar la mano. Дар la mano. Вообще дар это давать. Дар, вот смотрите, дар давать. У него тоже будут свои спряжения. Можно посмотреть форму слова. Спряжение глагола дар это дой, дас и да. А, соответственно, как мы скажем, что я даю руку. Как мы скажем, я даю руку. Doy la mano. Несмотря на то, что слово mano заканчивается на o, оно не мужского рода, оно женского рода. Это указано здесь. Genera, femenina. Род женский. Genera, да? Genera. А вот эта буква G перед E читается как Genera. В остальных случаях как G, только перед E и I как G. Значит, la mano. Да, дар ля мано, пожать руку. Как получается, дать руку. А я даю руку, дой ля мано. Дой, даю. Кстати, может быть, даже коровы, которые доются, может, даже отсюда откуда-то пришло это слово доить корову, дой. Да? Давать, дой. Дальше, следующее слово. Але. Але – это крыло. Вот даже крыло самолета будет аля. Аля. Не забывайте, что лед более мягкое. Глагол кантар. Глагол кантар это петь. Все, что оканчивается на ар,
глагол ar – это окончание, kant – это основа. Соответственно, мы, допустим, в первом лице единственного числа добавляем у kanto получится. Так, показать форму слова. Kanto, kantas, kanta. Здесь будет все очень стабильно на самом деле. Все, что оканчивается на ar, мы убираем ar и остается основа такая – kant. И далее добавляем окончание o, as и a. И во французском языке тоже примерно так. Спряжение все отлично запоминается. Главное интервально повторять, изучать системно. И это все легко запомнить. Не так уж и сложно. Может показаться, если вы там учили английский, что, господи, тут будет еще спряжение какие-то. Там я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. И все это разные окончания у глаголов. Но на самом деле все запоминается. Итак, кантар – это петь. Петь. Уна – это артикль женского рода. Так, давайте дальше я вам покажу слово лана. Лана – это шерсть. Допустим, шерстяной шарф, можно сказать. Или что-нибудь шерстяное. Уна буфонда де лана. Шерстяной. Вот сделанный из чего-то – это предлог «де». «Де лана» – из шерсти. Так что там будет из дерева, из бумаги. Это все будет предлог «де». Дальше мы смотрим слово «кама». По-моему, оно у нас уже было. Это кровать. «Кама». Можно себе представить, что... А вот есть у нас шины «кама». Вот есть еще и слово «кама» с ударением на «а». На последний слог это «дикий голубь». А «кама» – это кровать. Есть такие шины «кама». Можно представить, что им место только на кровати. Так, дальше. Кана. Сейчас я вам напишу слово кана. Кана. Вот как видите, есть, кстати, кана, есть кано. Это седой. Кана седая получается, а кано седой. Так. Дальше. Дама. Здесь все просто. Дама так и будет, да? Вроде бы ничего такого интересного здесь в словаре не вижу. Дальше слово таль. А вот было же у нас таль. И таль. Как дела? Ну, таль такой похожий, подобный. Так. Такое подобное. Дальше смотрим. Паком. Не буду смотреть все, что большая буква. Это будут имена, географические названия. А дальше мы посмотрим слово пата. Вы можете себе записывать. Пата – это нога животного, лапа. Например, у животного, у кота будет пата. А у человека уже будет по-другому. Там будет либо пьерна, либо пье, если это ступня. Но в любом случае похоже на пье. Это такое слово. Пье. Так, дальше. Значит, пата – это лапа животного. Так, следующее слово у нас ака. Есть слово ака, вот, а есть слово ака. Это значит здесь, близко, рядом. Мой ака совсем рядом. Ака и ая. Здесь и там, и сям. Мас ака. Поближе. Бен ака. Иди сюда. Значит, здесь, сюда, рядом. Это все ака. Так, дальше слово канал. Ну, я думаю, что и так уже понятно, что это такой канал. Пролив, то есть какой-то водоем. Канал. Так, мама, не буду смотреть. Хотя, смотрите, есть мама, а есть мама. И есть еще мама гранде. Это бабушка. Мама гранде.
Мама – это просто мама, а папа – папа. А папа гранде – это дедушка, а мама гранде – это бабушка. Что такое гранде? Гранде – это большой, крупный. То есть получается большая мама, большой папа – это бабушка и дедушка. Так, амар мы уже с вами встречали сегодня. Это любить. И мы говорили, что амо – я люблю. То есть окончание ар убиваем и добавляем о. К основе ама добавляем о. Амо, амас, ама. Так, смотрим дальше. Буква э. Пенна, ненна, меленна, тема, сенна, метер, левементе, пепе, асер. Паресе, ке и селебра. Давайте смотреть. Эти слова, возможно, вам что-то уже запомнится. Так. Пена. Смотрим слово пена. Боль, горечь, печаль. Допустим, пена негра. Горькая, черная печаль. Смотрю, может быть, еще что-то интересное. Хватит, пожалуй. Так, пена – это печаль. Можно сказать, придумать так, что назначили пеню, и какая печаль от этого, да? Пена. Нена. Нена я вам покажу сейчас. Это кукла. Нена. Кукла. Но это не единственное слово, означающее кукла. Посмотрите. В основном используются другие слова. Типа муньеко, муньека. Такие. Даже марионетка, 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 как бы. Так, дальше. Мелена. Что туда нажала? Мелена. Посмотрим. Мелена. Мелена – это шевелюра, густые волосы. Мелена. Или грива у животного. Мелена. Мелена. Так, тема, 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 предмет, вопрос, тема, тема читается, да, только не тема, а тема. Смотрите, здесь есть фраза cambiar, cambiar de tema, сменить тему. Продолжаем. Так, дальше, сцена, это ужин, у нас уже было, когда я вам объясняла правила чтения буквы С, что перед Э она читается как С, сцена, как английская TH, С, язык нужно сделать между зубами, С, сцена, это ужин. Так, следующее слово мы еще не встречали, мы вот так будем каждое слово смотреть, и возможно вам что-то запомните, можете несколько раз просмотреть, если не запомнили с первого раза. Метер – это поместить, поставить. Метер. Помещать. Метер – en la cárcel. Посадить в тюрьму. Есть еще глагол метерся. Так, проникать, забираться. Ну ладно, метер – помещать. Дальше. Левементе. Хочу вам показывать все слова, чтобы вы наглядно их видели. Левементе. Левементе. Легкий. Левементе. Легкий. Так, это я хотела посмотреть. Дальше. Так, тогда большие заглавные буквы я не буду смотреть. Асер – это глагол «делать». Глагол «делать» я бы хотела вас немножечко познакомить с его спряжениями. Давайте поэтому откроем глагол «асер». Асер – это «делать». Очень много тоже фраз есть с глаголом «асер». Так что, допустим, здесь «асер» – «пьян». Асер – «маль». «Поступать хорошо», «поступать плохо». И также асе используется, когда мы говорим про погоду. Например, асе – color или асе – frio – жарко или холодно.
Асе соль – это солнечно. Асе вента – это ветрено. Так, я хотела бы показать вам форму слова. Асе. Может быть, вам что-то запомните. Смотрите, в первом лице единственного числа этот глагол нестандартный. Спряжение у него нестандартное будет аго. Атес, асе. Глагол асер имеет форму аго, асес, асе. Так, допустим, я делаю, аго будет, да, я делаю. Аго. Аго эхерсисио. Я делаю упражнение. Асес эхерсисио. Ты делаешь упражнение. Асе эхерсисио. Он или она делает упражнение. Так, дальше. Паресе. Это тоже глагол. Сейчас я вам его покажу. Это глагол парасер. Ну, соответственно, если видеть паресе, то это, скорее всего, третье лицо единственного числа. Вот он. Паресе. Глагол паресе переводится как казаться. То есть получится, что он кажется. Паресе – казаться. Он кажется, а паресер – казаться. Неопределенная форма паресер. Так, дальше ке. Ну, это что? И селебре – знаменитый. А дальше фамилия, бевир, бир, клиника, интимо, пино, бино, тинто, минимо. Кимика и Ило. Как вы думаете, что такое фамилия? Но это же не фамилия, это семья. Да? Так же, как в английском family. А, фамилия. Фамилия, например, de buena familia, из хорошей семьи. Так. Фамилия, политика. Приобретенная семья, а приобретенная родня. Ладно. Фамилия. Это семья. Фамилия. Дальше теперь это жить. Я сейчас напишу это слово. Открою в словаре. Бипер. Это жить. Бипер. Жить. Показать форму слова. Биво. Я живу. У нас, кстати, уже было сегодня. Бивес. Тоже было. Донде бивес. Где ты живешь? И мы отвечали. Биво эн Русья. И биве он живет. Или она живет. Эль это он. Эя она. С двумя л, значит, читается как е. Так, значит, бивир это жить. И форма слова биво, бивес, биве. Следующее слово тоже хочу вам показать. Виль – подлый, низкий, презренный. Виль – интерес. Неизменный интерес. Виль. Так. Клиника. Здесь все понятно. Интиму. Личный. Понятно. Пино. Давайте покажу пино. Пино. Разные смыслы. Либо стоящий прямо вертикально, прямой. Прямой. Либо сосна. Пино. Например, пино амарио, желтая сосна. Амарио – это желтый. Вы также можете потренироваться с курицей. Гаина амария. А на конце, поскольку гаина – курица, она. Но зато желтый цыпленок – пойо амарио. О на конце будет, поскольку цыпленок – это он. Пойо – о на конце, и там амарио – тоже он. Для того, чтобы запоминать слова, лучше сразу вот прям фразы такие. Сочинять из слов, которые вы знаете. Знаете цыпленок пойо или курица гаина? И сочиняйте с различными прилагательными. Там, допустим, можно даже известный взять. Селебре. Селебре. Там, не знаю, курица известная. Гаина селебре. Да бог с ней, пускай будет известный. Зато вы потренируетесь использовать слово. Значит, вино это вино. Тоже не буду смотреть, то все слова не посмотришь. Слишком много времени на это уйдет. Хотя это очень-очень полезно, то, что я вам сейчас показываю слова. Вы прям можете себе что-то пометить из слов, которые вам понравятся. Тинто.
тинто используется про вино, красное вино, например. Вино тинто, красное вино. Так, но вообще красный, если вам покажу. Так, хочу вам еще показать одно слово. Вообще красный будет рохо, допустим. Красная икра, кавиар, рохо. Красное вино, вино тинто. Уже про вино говорят тинто, а про все остальное рохо. Красная книга, либро, рохо. Красный крест, крус, рохо. Красная курица, гаина, рохо. Да? А на конце, поскольку курица. Амария, желтая. Ароха, красная, бланка, белая, негра, черная. Видите, сколько мы уже прилагательных знаем. Роха, красная, амария, желтая, негра, черная и бланка, белая. Можно с ним сделать и курицу, и книгу, вот либро, книга. Только не забывайте, что вино это вино тинто, это не рохо. Хотя я не очень разбираюсь. В вине, может, там роха и означает какой-то такой особый сорт вина. Возможно, я что-то такое слышала. Не буду говорить, но, в общем, тинто будем изучать. Так, тинто. Так, минимум. Ну, и так понятно значение этого слова, но, может быть, нам словарь что-то интересное предложит по поводу минимум. Минимум наименьший. Минимум. Минимум виталь. Прожиточный минимум. Кому минимум? По меньшей мере, как минимум. Так. Наименьший минимум. Кимика. Кимика. Смотрите, это химия. Кимика. Химия. Кимика. И последнее слово здесь. Ила. Нить. Нить или провод, или волокно, или пряжа. В общем, любая нить или любой провод. Это ила. Дальше. Вот если поя двумя л, это у нас был цыпленок, то поло это полюс. Например, южный полюс. Поло Антарктика. Или поле сыр, юг. Поле Арктика. Или норте, северный полюс. Поле негатива. Отрицательный полюс. В общем, поле это полюс, а поле двумя л это цыпленок. Дальше возьмем слово. Боле это шар, шарик. Боле. Тут даже есть боле де карамело, леденец. Боле дель мундо. Земной шар. Шарик. Коко. Коко. Это кокосовый орех. А есть еще коко. Беловатая земля используема. В общем, разные слова есть. Коко и коко. Коко это кокос. Коко. Дальше. Поко. Поко это немного. Допустим, poco dinero, мало денег. Poca gente, мало народу. Poco tiempo, мало времени. А есть еще такое выражение, как un poco, немного, слегка, чуть-чуть. Допустим, ты устал, а я отвечаю un poco, чуть-чуть. Дальше. Так, кстати, по поводу устать, тоже хочу вам показать. Может быть, это для вас сейчас применимо. Вот, например, у меня сейчас 2 часа ночи, я устал. Это будет estar. Мы уже знаем его спряжение. Estoy, да? Estoy fatigada. Estoy fatigada. Fatigada. А на конце, поскольку я женского рода. Estoy fatigada. Может быть, вы тоже устали, и вы можете сказать себе estoy fatigada. Или fatigado, если вы мужчина. Или можете записать себе это где-то. Estoy fatigado. Поскольку если вы сейчас устали, вы можете не все запомнить, да, что я вам сейчас говорю, а запишите, потом повторите. И уже запомните. Так, estoy fatigado. Дальше.
Что здесь еще интересного есть? А, монолога. Это и так понятно. Ой, извиняюсь, хотела вам показать. Хотела показать моно. Это пирог, кулич. Моно де Пасха. Пасхальный кулич. Моно. А есть еще слово моно. Обезьяна-самец. Моно сапио. Дрессированная обезьяна. Видите, какое-то там... А, или он на конце меняет слово, или какое-то ударение. Дальше берем тоно. Тон звука. Оттенок еще может быть. Тоно. Дальше берем кома. Мы уже брали сегодня. Возьмем коппа. Коппа — это кубок или чаша, или бокал. Например, Тамар, уна копа. Тамар — это выпить. Соответственно, если я пью, то будет томо. Томо, уна копа. Я пью рюмку чего-то. Томо. Тамар — глагол пить. Так, дальше номбре — это число. Число. Нота и помо. Так, нота я вам покажу. Нота — заметка, запись. Томар нотас — записывает что-то. Нота официоза — официальное сообщение. Нота — это какая-то запись. Нота. Так, и дальше помо. Помо. Помо — яблоко, груша. То есть что-то, что имеет семечку. Но при этом, смотрите, яблоко чаще всего будет мансана, а помо — это просто группа семечковых плодов. Помо. В общем, не столь важно нам сейчас это запомнить. Я запоминаю яблоко как мансана. Так, уно артикл. Один. Куна. Колыбель или детская кроватка. Так, здесь ничего такого интересного, наверное, нету. Выискиваю вам какие-то интересные фразы. Ничего пока не нахожу. Полюляр. Полюляр. Появиться в изобилии. Тоже ничего нету здесь интересного. Полюляр. Так, луна — это луна. Ультима. Вот здесь, наверное, будет что-то интересное. Сейчас я напишу. Ультима. Так. Ультима. На у ударение. Оно обозначает довести что-то до конца. А, вот есть. Ультима — это последний. Просто если я довожу что-то до конца, то это ультима. Ультима — это последний. Конечный. Допустим, ultima fin — конечная цель. Что здесь еще интересного есть? А-ля ultima — в последней моде. Можно запомнить, как ультиматум — это что-то последнее, что я делаю. Поэтому ultima — это последний. Да даже последняя курица. Gallina ultima. У нас курица прямо гость сегодняшнего урока. Так. Где я остановилась? Ultima. Tumulto. Боюсь, правда, что тоже здесь ничего интересного нам словарь не предложит. Только что просто беспорядок. Tumulto ничего не предложил. Так, mundo. Здесь, наверное, предложит. Mundo — мир, вселенная, космос. Mundo physico — материальный мир. Mundo espiritual — духовный мир. Mundo antiguo — nuevo mundo — новый свет. Mundo — мир, вселенная, космос. Объехать весь мир. Da la vuelta al mundo.
partes del mundo, части света. Partes del mundo. Но все-таки вы пока слушаете меня, уже запоминаете, что, допустим, предлог de или del означает кого, чего. Родительный падеж del mundo, мира. Todo el mundo, все. Так, una, это артикль cúmulo. Cúmulo. Cúmulo, скопление кучевых облаков. Ну, в английском тоже там есть кучевые облака, cumulonimbus. Это больше для пилотов надо. Нюка. Нюка, затылок. Дело, что человек плохо, мы ему говорим, ну-ка, дай затылок, ну-ка, ну-ка, угу. Ну-ка, затылок и пульто, будто узел, сверток, пакет, кладь, груз, очень много всяких значений, но в основном это будет какой-то груз, например, пультос де мано, ручная кладь. Бультус де мано. Какой-то груз. Де мано – это мано – рука. Бультус де мано. Также багаж будет экипаже. Чемодан будет малета. И бультус де мано – это ручная кладь. Делаем упражнение. Второе – ejercicio dos. Наша задача сейчас правильно читать буквы Б или УВ. Значит, в начале предложения, после паузы, а также после букв М и Н мы читаем как Б взрывной. А в остальных случаях что-то такое не до конца произнесенный русский В или W без округления губ О. Бива. Un beso. Табако. Кавар. Árbol, invito, una beca, hablar, un vaso, cambio, un libro, Cuba, una bicicleta, cubo, banal, la boca, enviar, abrir, débil, una bota. Buen viaje. Счастливого пути. Posible. Hombre. Hombre. Человек. Hombre. Debes. No vale. Bobo. Una ventana. Abandonar. Cabeza. Venir.